Не перестаю удивляться, каждый раз видя такие новости. Однако они не заканчиваются, к сожалению. Так, неравнодушные прохожие увидели лежащую на обочине собаку в крайне тяжелом состоянии. Она совсем не двигалась и практически не подавала признаков жизни. Собаку передали в руки волонтерам и в кратчайшие сроки отвезли в ближайшую ветеринарную клинику, где сделали рентген. Снимок поверг в шок. В желудке животного находилось 13 болтов и других металлических элементов. Ее срочно прооперировали. Все инородные тела удалось достать из желудка несчастного животного. Как выяснилось позже, докхантеры в кусок колбасы засунули кучу болтов, а малышка Нэнси, так волонтеры назвали щенка, с голоду проглотила этот кусок. Если бы вовремя не спасли малышку, то была бы медленная и мучительная смерть. Как хорошо, что в мире есть добрые люди, а зло непременно вернется бумерангом. На моем канале еще много интересных реальных историй о животных. Подписывайся, я расскажу.